продолжаем проходить карьеру Pro Evolution Soccer 2016. Ну и как мы наблюдаем, мы уже переехали в новую команду, мы дали первые комментарии, мы сказали, что надеемся внести свой вклад в эту, собственно, новую команду, что будем тащить ее. Сейчас я покажу вам ближайшие расписания, которые будут происходить. Очень много будет у нас лиги. Тут уже какой получается тур? Тут уже получается 22-й игровой день. Вот сегодня мы будем играть 21-й, по ходу дела. В целом, эта команда успела отхватить один из... Я сейчас покажу план игры, вообще наш состав, так сказать. Мы видим, что мы одни из самых таких серьезно развитых здесь, в принципе, игроков. Мы видим, что, например... вот вратарь, который второй у них, видите, наш заменитель, так называемый, у него 59 показателей, у нас 70, так что выход в стартовый состав мы будем, думаю, выходить часто. По крайней мере, как видите, уровень доверия главного тренера аж развит на 80. Это очень круто на самом деле. И результаты команды, наверное, надо посмотреть. Мы видим, сколько победила наша команда, проиграла, поражений. И рейтинг клуба. Здесь же мы видим, что мы суперкубок взяли. В Лиге Европы УЕФА эта команда вылетела. К сожалению, это произошло так. Я не успел прийти на кубок УЕФА. Я очень хотел, чтобы я поучаствовал в кубке, но вот так сбылось. По крайней мере, в этой команде я хочу развить игрока побольше навыков. Здесь больше у меня будет шансов. Ну, естественно, здесь они пообещали, как видите, мне зарплату больше. Мы контракт, как видите, подписали до 31.08.2016 года. Вот, по развитию пока у нас на данный момент вот все вот так вот. Будем потихонечку. Я думаю, тут осталось полсезона, и я думаю, пока мы останемся здесь, а дальше куда-нибудь перейдем получше, команду найдем, либо останемся здесь, потому что все-таки команда вроде бы не одна из таких жопских команд. Ну, посмотрим, как оно в будущем будет. Вот, в общем, хочется перейти в какую-нибудь серьезную команду. Здесь мы видим, что в рейтинге голов Дзюба есть. Вот 14 голов назабивал, тоже приехал в эту, собственно, лигу. Вот, ну что, отправляемся на поле. Наш, так сказать, сегодня, возможно... Сегодня очень много дождя, туманная погода, не очень хорошая. Челуварис, по-моему, команда называется, против которой мы играем. Команды, собственно, выходят на поле. Знаете, мне в этой команде будет проще получить капитанскую повязку, если я имею приблизительные показатели, как и ребята, которые играют со мной в клубе, то мы должны хотя бы получить повязку. Бодро ребята в желтом начали, бодро. Надо выбить мяч, очень бодро, я скажу вам. Сегодня такой проливной, просто жуткий дождь, еще одна... Возможно, сейчас будет атака, подача на фланг. Я готов. Принимает мяч. Ушел мяч от ворота. Называется. Да, бодро начало. Бодренькое. Погорелич по флангу. Дальше Элстон. Я уже готов на воротах. Здесь принимать подача. Был навес такой. Довольно опасный. Балабан. Что он, наверное, лупить будет? Да, он лупит. Нет, это была передача. Все нормально. Мяч уходит. Ух, ребята, они как-то опасненько, знаете, или играют. С мячом Росс. Ой-ой-ой, как они кошмарят. Ребят, как вы кошмарите? Еще пасуйтесь рядом с воротами. Мне ли, когда вы пасуетесь рядом с воротами? Вот сейчас, может, что-нибудь сообразят наши ребята. Пас на центр здесь. Ох, пас на фланг. Петли на весе. Давайте посмотрим. Пошел на вес. Но мяч еще. О, вот здесь. Видели, как его вытолкнул в буквальном смысле. Наш капитан команды бьет по воротам и, ну, не попадает. Вы знаете, с учетом того, что наша команда занимает 17-ю позицию, я не понимаю, как они попали на Лигу Европы. Удар по воротам. Это было слишком сильно и слишком
высоко. Повтор нам показывает на моменте. Подача на центровую. Вот здесь защитник, конечно, мог так не очень хорошо подыграть, но все в порядке, ребят. Все в порядке. И гол! Гол, ребят! Гол 1-0. Мы пропускаем. Мы сегодня пропускаем. Сегодня очень мутная такая погода, и стоять в воротах очень сложно. Команда очень мало атакует, а вот соперники очень много. Но у нас еще есть целый тайм отыграться. Смотрите, какая произошла нелепая ситуация. Здесь пас принимает нападающий. Подыгрывает себе так легко, защиту проходит. Этот уже бил поворот. Я готов был к тому отражению атаки. Здесь видели, подло пяткой ударил. Не ожидал того, что он будет бить пяткой. Давайте еще раз посмотрим. Вот этот навес. Вот этот момент. Вот сейчас он должен был бить. Смотрите, он ударил, в принципе. Вот он ушел, вот он ударил. Смотрите, вот сейчас вот был удар. Защитник поставил ногу. Здесь наш защитник обыгрывает. Смотрите, какой удар был. Опа, пяточкой. Ну вот этого я не ожидал, конечно. Да, что-то не выходит у наших ребят. Есть, все, поймал мяч. Очень агрессивно ребята в желтом ведут первый тайм против нас. И пока 1-0. Чулуварис впереди. Давайте, ребята, вы должны. Как же вы попали на УЕФА, если на кубок с такой игрой? Вы должны каким-то образом, я не знаю, но как-то... Как они туда попали, ребят, с 1-0, с такой непоставленной игрой? Так, перехват. Сейчас наш капитан должен что-то сообразить, но он ничего не соображает. Вообще жесткий прессинг всю игру присутствует против нас. Еще одна атака. Мод с мячом. Я думаю, может бить. Я думаю, нет, сделает пас. Смотрите, ну, блин, уже они здесь все это дело опасно делают. А у нас еще, в принципе, есть у нашей команды время, чтобы отыграться в этом тайме. Сделает заброс, но вратарь выходит, видит эту ситуацию. У нас контратака, ребят, контратака. Сейчас нужно готовиться к мощнейшим ударам издали. Смотри, столько ударов по ногам, судья не обратил внимания. Давайте, ребята, 82-я минута. Ну, сделайте какую-нибудь красивую атаку. Заброс на фланг, посмотрим. Может быть, сейчас по цифре 7. Смотрите, он бежит и не догоняет этот мяч. Естественно, но... не взял. И 86-я уже до конца матча чуть-чуть остается. Как водится. Вот эти парни в желтом, ну, сильнее, намного сильнее нас выглядят. Все, и мы проиграем сегодня встречу с 1-0 счетом. На самом деле было бы больше, если бы. Жалко, конечно, жалко. Да, будем надеяться на следующие победы. Сегодня мы играем вечером, уже без дождя. Сегодня мы встречаемся с PS United. Интересный клуб. Вот. И в целом тренер доверяет мне уже на больше, уже на 81%. То есть эта команда, я так понимаю, пропускала очень много мячей. Очень много мячей. Я, по крайней мере, их сокращаю. Но у меня второй вопрос. Как эта команда попала на Лигу Европы? Что она сделала в том сезоне, чтобы попасть на Лигу Европы? Я не понимаю, ребят. Так. И гол! Открытый угол, который пробили. Опять пропускаем, но главное сохранить не два мяча. В смысле, ну, больше двух мячей нельзя пропускать. Вообще никак нельзя пропускать. Здесь пас подыгрывает, удар. Очень быстро сыгрались друг с другом. Сыгранность великолепная. Не, ну, гол на самом деле красивый получился. Конечно, обидно, что так пропустил. На самом деле, я думал, что первый будет бить, но оказался вот так все. Еще одна опасная ситуация. Давайте рассматривать этот повтор. Подача углового в сторону наших ворот. Парень подает. Мяч летит в воздухе. И выпрыгивает вратарь, опережая всех и вся. Здесь в этой ситуации сыграл на 100%. Молодец. Молодчинка. Смотрим, как наши ребята будут подавать угловой. Подача. Гол! 1-1. Барретто. Вот это круть. Вот это было реально круть. Давайте посмотрим. Потрясающий здесь просто навес и подача.
Я просто от них прусь и здесь опередил вообще всех и вся и забил головой гол. Отлично, 1-1, у нас есть шанс сегодня даже победить. Главное не пропустить два мяча, ребят, самое главное. Иначе тренер начнет не доверять нам, то есть в минус пойдет. Так, еще одна атака, пацаны, еще одна атака, вышел! Ай, грудью подработал, так защитнику отлетел мяч, такая битка. О, еще закидывание, не, ну здесь он точно, наверное, не успеет, да, здесь... У нас вот этот парень под седьмым номером вообще очень медленно передвигается по полю. Я смотрю правый фланг, у нас вообще очень медленно. Ну, ребята настроены очень сильно позитивно. Я смотрю, играют в пас, делают довольно опасные, конечно, вещи. Вот здесь вот закидывание. Может произойти опасно. Падаю, ну попал же в мяч меня. Ну как он перелетел? Как он перелетел этот мяч? 2-1. Давайте смотреть повтор. Что же произошло не так? Попал же, по-моему, в мяч. Я прям чувствовал, что он в ноги или в тело куда-то попал. Ну, такое закидывание подлое. Как прошел мяч, смотрите, принимает. Вот, вратарь, да, попало же в тело. Почему мяч полетел дальше? Я не понимаю, либо сила удара такая была сильная, либо хрен его знает. Но как так произошло, пацаны, я не понимаю. Принимает грудью, красивейше. Ну да, попал в бок вратарю, но мяч почему-то в жопец, так сказать, в талию попал, но... Мяч все равно оказался в сетке. Здесь хорошо, сейчас может что-то произойти. 13-й наш номер. Подать, то куда ж ты подал? Если бы только сейчас докоснулся кто-то до мяча, то это, возможно, и угловой. А у нас замены, замены, господа, пока происходят. И, не знаю, 62-я минута поможет нам от этой замены, я пока не знаю. Давайте смотреть повтор, какая сейчас произошла ситуация поворотом. И наш вратарь отбивает этот мяч. Мощнейший удар по поворотам. Прыгнул, достал мяч. Просто красавец. И это будет еще угловой. Кошмарит по полной программе. Это третий гол. Сегодня разгром. Сегодня разгром от PES United. Разгром. Все идет против нас. Я ненавижу играть в этот гребаный дождь. Реально очень портит. Здесь ошибся вообще. И почему-то игрок прыгнул вот так вот. А я хотел по-другому. Ребят, это было просто ужасно. Последний матч. Я не думал, что настолько напропускаю. Но PES United занимает 5-ю позицию. Именно они в претендентах на команду, которая поедет на Лигу Европы. Я не понимаю, как наши либо рандомно как-то выбрали эту команду, и она попала в Лигу Европы. Но я не ожидал такого. В общем, будем, я так понял, бороться за невылет с этой лиги. Ну, я надеюсь, что мы наберемся в этой команде опыта. Несмотря на трудности, которые, я чувствую, будет очень-очень много. Пока наш игрок имеет 70 показатель. Дальше пока не очень двигается. Нужно много тренироваться. Вот, и я надеюсь все-таки, что... И вот на запасных скамейку вообще убрал тренера. То есть, как бы доверие тренера вообще не падает. Просто вот команда слабая, понимаете? Вот в чем, собственно, дело. Ну, будем стараться. На этом мы заканчиваем, ребята. Всем удачи, до скорых встреч. Пока-пока.